мы продолжаем. Названы приметы убийц журналиста Павла Шеремета. Их сообщил директор департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Женщина, если вы обратили внимание, она была в кепке, в капюшоне, мужчина в капюшоне. Да, у них характерная примета – это борода и испанка. Женщина имела определенную походку, телосложение, скорее всего, занималась спортом. У мужчины было телосложение плотное, скорее всего, занимался тоже либо борец, либо тяжелая атлетика, и походка своеобразная была. Лица они не скрывали по нескольким причинам. Либо это были лица не местные, которые не знают ситуацию, не знают обстановку, либо это лица, которые как бы не опасались в дальнейшем за последствия совершенного преступления.